Всем привет! Сегодня сделаем воздушные заколки в школу. Итак, начнем. Из маленького квадрата ленты складываем круглый лепесток канзаши. Сгибаем квадрат по диагонали и сводим края к центру. Соединяем сзади и проверяем, чтобы все верхние складочки лепестка были параллельны друг другу. Обрезаем кончик и низ лепестка, склеиваем над огнем. Из таких лепестков соберем цветок. Он будет состоять из двух ярусов. В нижнем ярусе будет 12 лепестков, в верхнем 7. Склеиваем лепесточки горячим клеем между собой по кругу. Теперь фетровую основу приклеиваем к каждой заготовке и склеиваем детали вместе. Склеиваем края отрезка между собой и собираем кружево на нить. Стягиваем, соединяем в круг. Украсим композицию тычинками. Теперь подготовим подложку для наших заколок. Отрезок ленты складываем пополам и прошиваем по краю. Нанизываем на нить все 6 отрезков и собираем в круг. Отрезки вязаного кружева лучше приклеить горячим клеем. Украшаем ими каждый полубантик. Иголку с леской или мононитью продеваем у основания полубантиков. Нанизываем маленькие бусины, всего мне потребовалось 19 штук. Делаем петельку и закрепляем у основания. Сделаем такую же петельку между соседними полубантиками. Украсим изделие воздушными лепестками органзы. Отрезок ленты складываем под углом и соединяем края.
Снизу лепестка делаем по складочке, обрезаем и склеиваем. Нужно сделать два таких лепестка и склеить их между собой. Собираем все детали композиции. Сначала приклеим листики органзы на противоположную сторону от бусин. Затем вклеим наш цветок и украсим его красивой серединкой. Теперь выбираем основу для нашего украшения. Прекрасно подойдет заколка или резинка для волос. А если изделие посадить на эластичную косую бейку, выйдет замечательное украшение на пучок. Напишите в комментариях, какую основу выбрали бы вы. Наше школьное украшение готово. Такие заколки или резиночки будут замечательно смотреться в синем-белом цвете. Большое спасибо за просмотр, ваши лайки и комментарии. Они очень вдохновляют и мотивируют. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Желаю удачи, всем пока!